Рождественская ярмарка в Кишиневе в этом году расположится на улице 31 августа в центре столицы. Она откроется 15 декабря и продлится до 15 января. Среди сюрпризов этого года будет колесо обозрения высотой в 20 метров. Высота елки, которая украсит ярмарку в этом году, достигнет 20 метров. Она прибудет к нам примерно через неделю из Карпат. В этом году рождественский городок посетят почти 5000 детей из малоимущих семей. Он откроется 15 декабря и будет проходить под патронатом правительства. И в этом году на рождественской ярмарке вы сможете найти изделия ручной работы, популярные поделки мастеров, традиционные блюда. Так же, как и в прошлом году, в воздухе будут витать аромат глинтвейна, характерный для рождественской ярмарки. На церемонии открытия исполнят рождественскую колядку, авторами которой является группа «Бриус Анорис». Она называется «Домой на Рождество». Ее планируют сделать гимном рождественской ярмарки этого года. Ярмарка будет разделена на 9 зон. Сказочная зона с Дедом Морозом, ледовая зона, где будет установлен каток, три зоны развлечений с колесом обозрения, каруселями и паровозиком, зона народных мастеров, где посетители смогут купить изделия ручной работы, две концертные зоны, в одной из которых будут выступать исключительно дети, на другой сцене каждый вечер будет проходить концерт, в котором будут участвовать лучшие исполнители страны. А также будет организована зона для фотосессий.